Пелом Гренвилл Вудхаус «Положитесь на Псмита» Читает Александр Алехин Глава первая. Черные замыслы в замке Бландингс. У открытого окна величественной библиотеки замка Бландингс, обвисая точно мокрый носок, как было у него в привычке, если ничто не подпирало его позвоночник, стоял граф Эмсворт, милейший и тупейший пэр Англии, и озирал свои владения. Утро было прелестно. Воздух напоен летним благоуханием, но бледно-голубые глаза его сиятельства полнились меланхолией. Его чело изборождали морщины, губы горько кривились. Что выглядело очень и очень странно, поскольку обычно он бывал счастлив и весел, как только может быть счастлив и весел пустыголовый человек с превосходным здоровьем и большим доходом. Журналист в статье, посвященной замку Бландингс, однажды написал «Трещины в камнях заросли мхом, из близкого расстояния здание кажется мохнатым». Это описание могло бы относиться и к владельцу замка. Пятьдесят с лишним лет безмятежного и мирного спокойствия придали ему странно обомшелый вид. Расстроить графа было нелегко. Даже его младшему сыну, высокородному Фредди Трипвуду, это удавалось лишь изредка. И все же лорда Эмсворта снедала печаль. И, не станем долей делать из этого тайны, Причина его печали заключалась в том, что он куда-то засунул свое пенсне, а без пенсне он, используя его собственное оригинальное сравнение, был слеп как крот. Всеми фибрами ощущая солнечный свет, струящийся на его сады, он жаждал сигануть туда и пошеборшиться среди своих любимых цветов. Но ни один человек, как бы ловко он ни сиганул, не сможет плодотворно шебаршиться, если мир вокруг сливается в единое неясное пятно. Дверь позади него отворилась, и Бич, дворецкий, вступил в библиотеку торжественной процессией. «Кто тут?» — спросил лорд Эмсворт, поворачиваясь вокруг своей оси. «Это я, ваше сиятельство, Бич. Вы его нашли?» «Пока еще нет ваше сиятельство», — вздохнул Дворецкий. «Значит, не искали». «Искал со всем усердием ваше сиятельство, но тщетно». Томас и Чарльз также доложили о своем фиаско. Стоукс еще не отрапортовал. «А, я вновь отрежу Томаса и Чарльза в спальню вашего сиятельства», сказал распорядитель охоты. Уповаю, что их старания увенчаются успехом». Бич удалился, а лорд Эмсворт повернулся к окну. Расстилавшийся перед ним ландшафт, который он, к несчастью, не мог увидеть, был удивительно красив. Замок, один из древнейших еще обитаемых памятников старины в Англии, стоит на вершине пологого холма в южном конце прославленной долины Бландингс в графстве Шропшир, в голубой доли лесистые холмы сбегали к северну, сверкающему, как обнаженный меч, а от реки парк зеленой волной через пригорки и ложбины почти накатывался на стены замка, внезапно уступая место роскошным пестрым цветникам. Здесь начинались владения Ангуса Маккалистера, старшего садовника его сиятельства. Поскольку было 30 июня, время неистовства летних цветов, Ближайшие окрестности замка пылали розами, гвоздиками, анютиными глазками, левкоями, шток розами, шпорником, колокольчиками и еще множеством самых редкостных цветов, название которых сообщить вам мог только Ангус. Добросовестный человек был Ангус, и хотя любительские потоги лорда Эмсворта очень его допекали, он, тем не менее, добивался в своей области блистательных результатов. Его клумбы давали много пищи для гордости и мало причин для озабоченности. Едва Бич покинул библиотеку, как уединение лорда Эмсворта вновь было нарушено. Дверь отворилась во второй раз, и на пороге застыл молодой человек в элегантнейшем летнем костюме. Его длинное идиотичное лицо завершалось глянцевыми волосами, зачесанными назад, и густо набрильянтиненными, как требовала мода, а стоял он на одной ноге, ибо Фредди Трипвуд редко чувствовал себя легко и свободно в присутствии своего родителя. «Привет, папаша!» «Да, Фредерик!» Сказать, что лорд Эмсворт приветствовал сына с восторгом, значило бы покривить душой. В его голосе отсутствовала нота истинной нежности — не прошло и месяца с тех пор, как ему пришлось уплатить 500 фунтов, которые его отпрыск проиграл на скачках. И хотя потеря этой суммы не нанесла смертельного удара его банковскому счету, она бесспорно снизила обаяние Фредди в глазах родителя. «Говорят, папаша, вы потеряли пенсне». «Совершенно верно». «Плохо дело, а?» «Бесспорно. Надо бы завести запасное», я сломал запасное. «Это надо же! А второе потеряли?» «Верно, а второе потерял». «Но вы его искали?» «Искал». «Ведь где-нибудь оно же должно быть, а?» «Вполне возможно». «А где?» — спросил Фредди с нарастающим энтузиазмом. «Вы его видели в последний раз». «Уйди», — сказал лорд Эмсворт, на которого беседа с его дитятью начинала производить гнетущие действия. «Э? Уйди!» «Уйти?» «Да, уйди!» «Будет сделано!» Дверь закрылась. Его сиятельство вновь вернулся к окну. Он простоял там несколько минут, и вдруг произошло одно из тех чудес, которые столь часто случаются в библиотеках. Без звука, без предупреждения, секция книжного шкафа отделилась от родительского тела и по дуге выдвинулась внутрь комнаты вся целиком, открыв вход в небольшое, похожее на кабинет помещение. Оттуда бесшумно вышел молодой человек в очках, и книги вернулись на свое место. Контраст между лордом Эмсвортом и новоприбывшим был разительным, если не сказать трагическим. Лорд Эмсворт выглядел таким отчаянно безочковым, а Руперт Бакстер, его секретарь, таким закончено очкастым. При первой встрече с ним вас поражали именно очки. Они сверкали такой неизъяснимой компетентностью. Если совесть ваша была нечиста, они прожигали вас насквозь опять и опять, и даже если ваша совесть была на сто процентов незапятнанной, отмахнуться от них вы не могли. «Вот», — говорили вы себе, — «компетентный молодой человек в очках». Назвав Руперта Бакстера компетентным, вы отнюдь его не переоценивали. Он был сама компетентность. Формально, всего лишь секретарь на жалованье, он мало-помалу, благодаря бесхребетной покладистости своего патрона, стал истинным хозяином замка. Он был мозгом Бландингса, человеком у пульта управления, носителем ответственности и, так сказать, лоцманом, проводящим корабль через любые буруны. Лорд Эмсворт все оставлял на Бакстера, прося только одного. Чтобы ему не мешали безмятежно шебаршиться, и Бакстер, более чем компетентный для такой задачи, взвалил ее себе на плечи и не поморщился. Оказавшись в пределах слышимости, Бакстер кашлянул. Лорд Эмсворт, узнав этот звук, мгновенно обернулся, и в нем пробудилась надежда — а вдруг и это, словно бы неразрешимая загадка исчезнувшего Пенсне, не устоит перед беспощадной компетентностью его секретаря? «Бакстер, мой милый, я потерял Пенсне. Мое Пенсне. Куда ты его положил? И не могу вспомнить, куда. Вы случайно его не видели?» «Видел, лорд Эмсворт», — ответил секретарь, найдя выход и из этого кризиса. Ваше пенсне висит у вас на спине». «У меня на спине?» «Подумать только». Граф проверил это утверждение и убедился, что оно, как и все утверждения Бакстера, полностью соответствовало действительности. «Подумать только. Вот же оно». «Знаете, Бакстер, мне иногда кажется, что я становлюсь рассеянным». Он подтянул шнурок, ухватил пенсне и, сияя, водрузил на нос. Раздражение лорда Эмсворта исчезло, как роса с одной из его дивных роз. «Благодарю вас, Бакстер, благодарю вас. Вы неоценимы». И, сияя солнечной улыбкой, лорд Эмсворт почти в припрыжку направился к двери на пути к небесам Господним и обществу Макалистера. Это вызвало у Бакстера новый кашель, на этот раз резкий, категоричный, и его сиятельство неохотно остановился — Точно поинтер, которому свистнули, едва он побежал по следу? Как невосхитителен был Бакстер во многих и многих отношениях, у него была прискорбная тенденция допекать своего патрона, и что-то шепнуло лорду Эмсворту, что сейчас начнется допекание. Автомобиль будет у дверей, сказал Бакстер со спокойной твердостью. Ровно в два. Автомобиль какой автомобиль? автомобиль, который отвезет вас на станцию». «На станцию? Какую станцию?» Руперт Бакстер и бровью не повел. Бывали минуты, когда ему приходилось с его патроном нелегко, но он сохранял хладнокровие. «Возможно, вы забыли, лорд Эмсворт, что обещали леди Констанции поехать днем в Лондон». «Поехать в Лондон!» — с ужасом ахнул лорд Эмсворт. «В такую погоду!» когда в саду сотни и сотни дел. Что за нелепость? С какой стати мне надо ехать в Лондон? Терпеть Лондона не могу». «Вы обещали леди Констанции, что пригласите мистера Мактодда позавтракать с вами в вашем клубе». «Что это еще за Мактод? «Известный канадский поэт». «Никогда о нем не слышал». Леди Констанция давно восхищается его произведениями. Она послала ему приглашение непременно погостить в Бландингсе, если когда-нибудь он окажется в Англии. Сейчас он в Лондоне и завтра приедет сюда на две недели. Леди Констанция подумала, что в знак уважения к месту, которое мистер МакТод занимает в литературном мире, вам следует встретить его в Лондоне и самому сопроводить сюда. Лорд Эмсворт вспомнил и вспомнил, что этот адский план зародился вовсе не в голове его сестры, леди Констанции. Предложил его Бакстер, а леди Констанция только одобрила. Он воспользовался вновь обретенным пенсне, чтобы сквозь его стекла гневно уставиться на своего секретаря. Не в первый раз за последние месяцы в нем шевельнулось подозрение, что этот субъект становится дьявольски несносен. Бакстер позволяет себе лишнее, много берет на себя превращается в сущую язву он с удовольствием избавился бы от него но где найти замену вот в чем была беда при всех своих недостатках бакстер абсолютно компетентен и тем не менее несколько секунд лорд Эмсворт позволил себе помечтать о том как он уволит своего секретаря и столь велико было раздражение что он возможно сделал бы какой нибудь практический шаг в этом направлении, но тут дверь библиотеки открылась, пропуская еще одну незваную особу. При виде этой особы его сиятельство забыл свои воинственные намерения. «А, доброе утро, Конни!» — сказал он виновато, точно мальчишка, которого застигли в кладовой с банкой варенья в руках. Почему-то сестра неизменно оказывала на него вот такое воздействие. Из всех, кто заходил в библиотеку в течение этого утра, новоприбывшая смотрелась наиболее привлекательно на самый строгий взгляд. Лорд Эмсворт был высок, сухопар, костляв. Руперт Бакстер был плотного сложения. А к тому же его физиономию несколько портила детская припухлость, которую нередко сохраняют смуглые молодые люди со скверным цветом кожи. И даже бич при всем его благообразии и Фредди при всей его худощавости и стройности на конкурсе красоты высокого места не заняли бы. Но леди Констанция Киббл и правда приковывала к себе все взоры. Это была величественная красавица сорока с лишним лет. Ее отличали прекрасный широкий лоб, белоснежные ровные зубы и осанка императрицы. Глаза. Большие, серые, кроткие, что, кстати, вводило в заблуждение, ибо никто из близко знавших леди Констанцию не применил бы к ней эпитет «кроткая». Хотя она была достаточно мила, пока ей ни в чем не перечили, в тех редчайших случаях, когда кто-то решал сочинить ей помехи, она тут же уподоблялась Клеопатре, вставшей утром с левой ноги. «Надеюсь, я не помешала», — сказала леди Констанция, сияя улыбкой. «Я заглянула просто напомнить тебе, Кларенс, что днем ты едешь в Лондон встретить мистера Мактодда». «Я только что сказал лорду Эмсворту», — сообщил Бакстер, «что автомобиль подадут в два». «Благодарю вас, мистер Бакстер. Разумеется, я могла бы догадаться, что вы не забудете. Вы удивительно предусмотрительны. Право не знаю, что бы мы без вас делали». Компетентный Бакстер поклонился. Но хотя самолюбие его было удовлетворено, похвала это особого восторга у него не вызвала. Та же мысль нередко приходила ему в голову вполне независимо. Если вы меня извините, сказал он, мне надо кое-чем заняться. Ну, разумеется, мистер Бакстер. Компетентный удалился сквозь дверь в шкафу. Он знал, что его патрон бунтует но знал также, что оставляет его в надежных руках. Лорд Эмсворт отвернулся от окна, в которое смотрел с жалобной надеждой. «Послушай, Конни», — сказал он ворчливо, но робко, «ты же знаешь, я литературных гениев не перевариваю. Хватит того, что они заполонили весь дом, но еще и в Лондон за ними ездить». Он угрюмо переступил с ноги на ногу. Манера его сестры коллекционировать литературных знаменитостей и набивать ими дом на неопределенный срок крайне ему досаждала. Невозможно было предвидеть, когда она натравит на тебя еще одну. С начала года на него через короткие интервалы уже обрушилась добрая дюжина представителей указанного зоологического вида. И в эти самые дни жизнь ему отравлял тот факт, что под кровом Бландингса пребывала некая мисс Эйлин Пиви, при одной мысли о которой солнечный свет вдруг исчезал, словно повернули выключатель. «Не выношу я литераторов», — продолжал его сиятельство. «И всегда не выносил. А литераторши еще хуже. Мисс Пиви?» Тут на миг владелец Бландингса лишился языка. «Мисс Пиви», — продолжал он после красноречивой паузы, — кто такая мисс Пиви?» «Мой милый Кларенс», — снисходительно ответила Констанция, ибо чудесное утро смягчило и обезоружило ее. «Если ты не знаешь, что Эйлин — одна из ведущих поэтесс младшего поколения, ты просто глубокий невежда». «Я не об этом. Я знаю, что она пишет стишки. Я спрашиваю, кто она такая?» Ты вдруг предъявила ее точно кролика из цилиндра, Сказал Лорд Эмсворд с возмущением. Где ты ее нашла? Я познакомилась с Эйлин на Трансатлантическом лайнере, когда мы с Джо возвращались из кругосветного путешествия. Она была очень внимательна ко мне, пока движение судна несколько на мне сказывалось. А если ты имеешь в виду ее происхождение, так она однажды упомянула о своем родстве с Ретленшерскими пиви. В первый раз о них слышу. — огрызнулся лорд Эмсворт. «А если они хоть чуть-чуть похожи на мисс Пиви, да смилуется Господь над Рэтленширом!» Как не безмятежно было настроение леди Констанции, но при этих словах ее серые глаза угрожающе оледенели, и, вне сомнений, мгновение спустя она обрушила бы на мятежного брата один из тех громовых ответов, которыми славилась в семье еще с пеленок, но тут из книжного шкафа вновь возник компетентный Бакстер. «Прошу прощения», — сказал Бакстер, обеспечивая себе внимание блеском очков. «Я забыл упомянуть лорд Эмсворт. Для общего удобства я договорился, чтобы мисс Халлидей явилась к вам в клуб завтра днем». «Боже великий!» — затравленный пер подпрыгнул, словно его укусили за ногу. «Бакстер, кто такая мисс Халлидей?» Еще одна литераторша. Мисс Халлидей, та молодая дама, которая приедет в Бландингс, чтобы провести каталогизацию библиотеки. Каталогизацию библиотеки? А зачем ее каталогизировать? Этого не делали с 1885 года. «Ну и посмотрите, как мы великолепно без этого обходимся», логично указал лорд Эмсворт. «Не будь смешон, Кларенс», — с досадой бросила леди Констанция. «Каталоги таких больших библиотек необходимо постоянно дополнять». Она направилась к двери. «Право, пора тебе проснуться и заняться делом. Если бы не мистер Бакстер, я просто не представляю, что могло бы произойти». И, одарив своего союзника одобрительным взглядом, она покинула библиотеку.